Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы коротко поговорим об отказе в студенческой визе США. При подаче документов на визу и при прохождении собеседования исключены ситуации, когда заявитель получает отказ. И чаще всего в таких ситуациях люди теряются, не могут понять, как действовать дальше. И ведь в таких ситуациях у вас есть мы. Итак, поступают отказы в выдаче виз в основном ввиду недостаточных доказательств связи с родиной. Поскольку при прохождении собеседования важно доказать визовому офицеру, что в вашей стране есть то, что вас держит и способствует вашему возвращению после окончания обучения. Еще довольно часто несовершеннолетних спрашивают при собеседовании о том, кто обеспечивает их поездку. Здесь важно показать, что родители достаточно зарабатывают и на их счету достаточно средств, чтобы обеспечить ваше пребывание в другой стране. Если счета есть у ребенка и родителя, то выписку можно показать по обоим счетам. Кроме того, плюсом будет предоставление спонсорского письма, где будет указано, что родитель может полностью оплатить все расходы ребенка. Что делать, если отказали в визе США? Прежде всего, вам после получения отказа в визе важно связаться со школой и сообщить о ситуации. И еще уточнить все нюансы, связанные с оплатой. Например, возможно ли вернуть деньги, либо перенести оплату на следующий учебный год, либо семестр. Далее можно пробовать подавать документы снова, но тут желательно выждать продолжительное время, а не подавать документы сразу в последующем месяце. Друзья, за более детальной информацией обращаюсь к специалистам нашей компании. На этом у меня все. Всем пока!